записывал видеоролик, там 4 минуты, нифига не могу загрузить, так что кратко, краткий обзор обстановки. Печка горит. Кстати, вьюшку сделал. Получше стало. Ну это, можно прикрывать. Сегодня раз холодно, буду этой штуковиной заниматься. Потом посмотрите в следующем ролике. В этот не успеваю сделать. Сегодня, кстати, видеоролик выйдет, как обычно, 19:00 по Свердловскому времени. Вот такая обстановочка в земляночке. На улице сегодня у нас -23 было ночью. Охренеть. Первые такие заморозки. Выходим на улицу. Ситуэйшн. Что тут? Вот конфуз произошел с моей трубой. Произошел очередной взрыв. И разнесло весь мой воображаемый чехол. Ну и хрен с ним. Так сойдет. Потом, может, другой какой-нибудь найду. Вышел поколоть дровишек. Пилить неохота. Так, порублю. Хворосту. Так, что там? А. На речку ходил. Покрылось тонким льдом уже. Уже начинает застывать. Скоро будет еще и зимняя рыбалочка у нас. Так что, вот такая обстановка. Краткий обзор. Смотрите вечером ролик. Всем пока.